Неужели совсем один? Что значит один? Это значит, что все остальные уже давно выбрали подлинную свободу. Вы остались один. Мы знаем, кто убил нашего солдата на танке. Это сделали вы. Правильно, я убил солдата. Меня и судите. Остальные ни при чем. Смотрите. А вот это ваш комиссар едет в собственном «Шевроле». Да, он женился вот на этой самой, на вашей радисточке. А между нами говоря, неплохая девочка. Но вы найдете себе красотку получше. Вы знаете, мистер Соколов, вы действительно умница здесь, на Тайване. В Одессе вы были бы еле-еле идиот. Это же грубая работа, ваши фотографии. Я сам фотолюбитель. Нашел, кому баки заливать. Я остался один. Рита вышла за помполита. Чистые стихи. Встать, мальчишка! Ты остался один. Ты убил нашего солдата, мы убьем тебя. Но прежде ты наголодайся. 3 дня не ел, еще 10 не дадим. Подпиши документ и можешь кушать. Всю жизнь кушать все, что захочешь. Подпишите, господин Береговой, и будете кушать сейчас же, немедленно. Дайте перо. Руки перо не держит. Дайте поесть. Ну вот что, господа жандармы, теперь я поел и вполне могу еще неделю голодать. Китайские патриоты подорвали артиллерийские склады чанхайшистов. Одно из двух. Или я на том свете, или эта бомбежка с обратным действием, она воскрешает мертвых. И скажи. Ну! Да-да-да-да-да! Это я! Помнишь? Ты, оказывается, жив! Ты просто невинное дитя провокации, да? Ну, чтоб ты мне жил 200 лет! Лежи! Лежи! А то еще в самом деле тебя убьет! Ты мне сейчас дороже собственной жизни, лежи! Господа! Прошу любить и жаловать, Ли Фу Джей, бывший покойник.
Господин Гао, прошу вас подтвердить, что это тот самый Ли Фуджэнь, которого я убил на танкере. Если вы не подтвердите, вы меня очень расстроите. Согласитесь, до сих пор я вел себя как джентльмен. А когда меня расстраивают, я начинаю говорить и делать лишнее. Итак? Возможно. Тот самый Ли Фуджэнь. О, благодарю вас. Да, эти взрывы натворили много бед. Но для меня самое большое – это неожиданное воскрешение Ли Фуджэнь. Да, но какую власть имеет Виктор Райский над полковником Гао? Что заставило Гао подтвердить слова Райского? Да. Испортить нам весь этот ход с убитым солдатом. Он ссылается на нервные потрясения. И на эти взрывы, но ведь это чепуха. А как узнать правду, дорогой комиссар? А? О, учитесь. Надо устроить, чтобы Райский и Гао почаще встречались. Они выдадут себя. А вообще я должен похвастать, что мы добились успеха в работе с вашими людьми. Я не верю вам. Напрасно. Я ведь говорю правду, а вы не цените этого. Да, пока что Фан всегда говорил правду. К несчастью, он сказал ее и на этот раз. Несколько наших людей взяли из одиночек и поместили вместе. По разным признакам Фан считал этих людей слабыми и свел их вместе, чтобы слабость каждого из них увеличивала слабость всех. Они меня деньгами купить хотели. Мы, говорят, знаем, что вы человек бережливый. Откуда они, сволочи, знают это? А может, кто из наших болтать начал? Валивается ко мне Соколов и говорит: мы знаем, господин Тюлькин, у вас хороший вкус на костюмы. Кто ему сказал? Я так думаю, нас выдает помощник капитана Сахаров. Мы его избить хотели. Вот он и продает нас. Плохой человек. Это не он. Это я. Это я им все рассказал. Пришли они ко мне в одиночку. Еду принесли, вина. Я съел, выпил. Он глядит на меня и говорит: рассказывайте все. И глаза на меня в упор. Кто? Тот самый, который в углу на допросах сидел и улыбался. Я хочу подняться и не могу, сил нет. И вдруг заснул. Сонного подмешали. А дальше что? Вот, говорит, вы все и рассказали. Я тебе, Петренко, скуп. Я тебе, Тюлькин, барахольщик. И Левченко нашим, бабник. И о Викторе еще. Сволочь я. Предатель! Тише, Ваня, тише. Что еще было? Подсунули мне лист подписывать. Вы все равно, говорит, предатель. Я порвал его. Тогда мы вас расстреляем. Товарищ, не отдавайте меня!
Фролов! Ваня! Риточка! Значит, не одна я здесь. Три. Нет, 5 месяцев была одна. Думала, с ума сойду. А где все? Где Виктор? Не знаю. Не знаете? А капитан? А где Антон Семенович? Не знаю. Когда? Дай сюда! Кто? Вызови меня, дай товарищи. Товарищи. Рита, что же это? Расстреливают, Рита. Пусть расстреливают. Ничего им все равно не поможет. Ничего мы им не подпишем. Пусть расстреливают. Товарищи, прощайте. Рита. Не подпишем. Не сдадимся, Рита, не сдадимся. Вам дается еще 5 минут. Сначала расстреляй Дэнни. Я все видел. Господа, еще минуты вы будете такими же, как они. Что вы решили? Нет. Нет, ни за что. Нет. Нет. Нет, сволочи. Убийцы. Нет. Будьте вы прокляты. Нет. Нет. Не дадимся. Рита, не дадимся. Ни за что. Ни за что. Не сдадимся. Нет, Ваня, не сдадимся. Расстреливают. Да здравствует советская родина! Долой фашистов! Пощадили вас, потому что вы женщина. Но это в последний раз. Подписывайте, или иначе будет такой же, как ваш товарищ. Прощай, Ваня. Прощай. И не бойся, я тоже как ты. Я не сдамся. Нет, не сдамся. Я тоже как ты. Чего же вы ждете? Расстреливайте скорее, гады! Стреляйте же! Ха, хауся, идин, сингуаляла. Вы живы, господин Фролов. Мы посадили вас потому, у вас есть ребенок. Но это в последний раз. Не ищите. Я уже нет живых. Подписывайте, прошу, последний раз.
Фан был уверен, что насмешливого, дерзкого одессита угрозой расстрела не испугаешь. Для него нужно было средство, действующее сильнее страха смерти. Похоже на казарму. Если вы меня привезли, чтобы побыть в теплой компании, то напрасно. У меня, знаете ли, неподходящее настроение. Сейчас у вас настроение исправится, господин Райский. Подпишите, господин Райский. Через несколько минут будет поздно. Ее ставят одну с солдатами, и мы ни за что не ручаемся. Если вы согласны, моргните два раза. Что ж вы стоите? Бегите наверх, заберите ее. Так что же вы? Подписывайте. Пусть ее уведут отсюда. Тоже, господин Райский. Советское правительство обратилось с просьбой к правительству Французской Республики. Я выполняю полученные мной указания. Могу я видеть капитана танкера, господина Калугина? К сожалению, это невозможно. Господин капитан Калугин нездоров. Решительно отказывается кого-нибудь принимать. Прекрасно. Но я уполномочен говорить со всеми моряками танкера. Кого из них я могу видеть в первую очередь? К сожалению, никого. А что, разве они все нездоровы? О, нет, они не желают никого видеть. Это кажется невероятным. Может быть, у вас есть заявление советских моряков с просьбой встречи с вами? Тогда мы вам охотно помогли встретиться. У меня нет такого заявления. Конечно, у французского консула такого заявления нет. А вот у нас заявление ваших товарищей имеется. Какие заявления? Хорошо. Удивительно успокаивает нервы, не правда ли? Да. Так какие же заявления? Вот это заявление господина Ивана Фролова об отказе вернуться в Советский Союз. А вот это такой же господина Виктора Райского. Что такое, ваш взгляд? Это не подпись Райского, да? Вы что, играться с нами вздумали? Это же не ваша подпись. Да, не похоже. А зачем вам точную подпись? У вас же не сберкасс. Это не годится. Подписывайте как следует. Я подпишу еще одну. Еще хоть 10. Для меня вопрос решенный. Но прошу вас, подождите. Чего ждать? Кого ждать? Пока подпишут все мои товарищи. Они давно все подписали. Бросьте, господа. Поверить в то, что уже все давно подписали, может только 3-летний ребенок. И
то, если он не из Одессы. Но я могу помочь, чтобы действительно все подписали. Да, господа, теперь это в моих интересах. Сколько бы вы мне ни пели про то, что я избрал подлинную свободу, я знаю, что расписался в том, что я мелкий гнусный типчик, слабосильный пижон, и что грош мне цена. Но почему из всей моей компании я один оказался такой дешевый? Ну нет, извиняюсь. Лезть в дерьмо так все вместе. Пусть им тоже будет цена по грошу. Вместе мы составим некоторую сумму. Итак, господа, у меня нет ни сил, ни желания, ни возможности бороться с вами. Я ваш. Так пусть все остальные тоже будут ваши. И уж если нужно агитировать, так я это сделаю немного лучше, чем вы. Я вам устрою полсотни подписей. Так, спокойно. Но чтобы моя подпись была все-таки последней. Что вы сделали? Все равно эта подпись не годилась. Полковник Гао, вы умный человек, объясните, что я прав. Может быть, действительно имеет смысл? Безусловно, имеет. Это интересное предложение. Дадим возможность его осуществить. О, приятно иметь дело с умным человеком. Наблюдать за действиями господина Райского будет полковник Гао. Ну что ж, теперь мы будем с вами видеться чаще. С удовольствием. Знаете, как говорят в Одессе, давай ходить друг к другу в гости. Вы к нам на именины, мы к вам на похороны. Это такая одесская шутка. Не обижайтесь. Ну что ж, поработаем вместе, дорогой полковник. Грачик, здравствуй. Витька, чтобы я пропал. Витька! Витька, друг, значит, не один я. Не один. Я думал, с ума сойду. Не один. Витька. 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 Ты что, это новый костюм себе раздобыл? Да. Грачик, я переменил не только костюм. Я переменил подданство, родину и многое другое. Я выбрал подлинную свободу. Посмотри на меня внимательно. И ты увидишь, что я тебе говорю истинную правду. Ты остался один, понимаешь? Совершенно один. Все остальные, как я. Но я убежден, ты не отстанешь от своих. Подлец. Подлец! Как говорит с первым блинкомом. Ну ничего, укротитель делает вторую попытку. Входит в клетку. Ассистентов прошу быть наготове. Дайте закурить. Грачик, Сеня, Сеня, эх ты, ты же знаешь меня как облупленного, ты же знаешь все мои привычки. Разве я пришел бы к тебе с чем-нибудь плохим? Посмотри на меня. Приглядись, Грачик, и ты увидишь, что я тебе только хорошего желаю, чтобы ты не был один, а был со всеми. Грачик, держи его, он убьет меня! Господа, на сегодня с меня Грачика хватит. Давайте кого полегче. Витя, милый, родной. Ну? Если бы ты знал, что я бы несла здесь одна. Одна с этим зверьем. Потом поняла, что не одна. Ваню увидела. Какого Ваню? Фролова. Ту самую ночь, когда расстреляли его. Что значит расстреляли? Госпожа Воронкова ошибается. Фролов жив, так же, как жива она. Неправда.
Вы на моих глазах стреляли в него. Но, госпожа Воронкова, мы одновременно и в вас стреляли. Однако вы живы. У него просто был обморок. Когда он пришел в себя, он подписал требуемые заявления. Лжете! Он никогда не подписал бы их заявление. А чего же? Подписал же такое заявление господин Райский. Совершенно верно, Риточка. А что нам всем остается делать? И я, и все остальные, и, вероятно, Фролов тоже выбрали подлинную свободу. Вот посмотри на меня внимательно. Разве я хуже от этого стал? Не может быть. Неправда это. Абсолютная правда, Риточка, дорогая. Неправда. Ты же отлично разбиралась, когда я говорю правду и неправду. Теперь ты можешь выбрать подлинную свободу и больше не быть одна, быть со всеми. Что ты так смотришь на меня? Уходи отсюда, гадина! У нее удар тяжелее, чем у 10 Грачевых. Господа, я хочу видеть Фролова. Значит, жива Рита? Жива, жива. Скажи мне, это правда, что ты подписал отказ? Правда. Ну, правильно сделал. Я тоже подписал. Ты подписал? Зачем? А ты зачем? Я... Меня расстреливали, а ты? Я... А мне надоела вся эта волынка, ну его. Все течет, все меняется, можно переменить и родину. Правда, ты первый начал. Молодец, Ваня. Наш с тобой пример поможет и другим выбрать подлинную свободу. Хватит, натерпелись. Чего ты натерпелся? Чего? Меня расстреливали, а ты... Сволочь! Ты за что продался? Волынка тебе надоела. Уходи от меня, подлюка. Счет, все меняется, Антон Семенович. Sic transit gloria mund, что в переводе с латыни значит «так проходит слава мира». Или, как говорят у нас в Одессе, вот так из индюка становится курица. Пора, Антон Семенович, выбирать подлинную свободу. Я посетил всех наших людей. Они согласны со мной. Слушают меня, как слушали вас когда-то. Простите, позвольте прикурить? Я был один из первых, кто понял игру Виктора. Подлинный, настоящий смысл его слов и поступков. Попросите у полковника Фана. У него есть спички. Следовало быть чрезвычайно осторожным. Виктор не знал необыкновенной проницательности Фана. Малейшее неверное слово, оттенок даже, могли погубить все. Так что вы скажете, Антон Семенович? Дошло до вас? Или вы все так же будете спорить со мной, и тогда вы будете спорить со всеми нашими? Он предлагал мне единственную возможность связаться со всеми нашими, вести совместную борьбу. Ради этого он рисковал остаться непонятым и, может быть, навсегда опозорен. Так что же вы молчите? Я обдумал все, что вы мне сказали. И я вас понял. Понял до конца. Вы были и остались мелким негодяем, шкурником. Я хочу, чтобы вы меня поняли. Нам не нужно больше скрещивать наши мнения. Это может кончиться плохо. Я за себя не ручаюсь. Но знаете, советское правительство делает все для нашего освобождения. Господин комиссар сообщает непроверенные сведения. Я повторяю только то, что говорили вы, господин Фан. Вы же со мной откровенны, это ваш особый метод. Если бы в руках у французского консула было заявление, подписанное всеми нашими людьми о желании вернуться на родину, то вся бы эта провокация рухнула, как карточный домик. Вам понятно? И мы будем этого добиваться. Будем объявлять голодовку, бороться, и мы вернемся на родину. А вы
позорную миссию, которая так нравится господину Фан. Господин полковник, я достаточно находился в обществе этого господина. Я прошу избавить меня от него. Говорит Москва. Слушайте корреспонденцию из Ставрополья. На поля пришла весна. Колхозники края начали весенний сев. Колхозы имени 16-го. Такому негодяю, как вы, незачем слушать голос Родины. Убирайтесь отсюда. Теперь я слушаю радио, и я в курсе всего. Колхозники Ставропольского края больше не выходят на весенний сев. Понятно вам? А нас правительство просто забыло. Они могли бы через консулов нейтральных стран кое-что сделать. Так нет, думать не хотят. Понятно? Вы видите эту папиросу? Я отбрасываю прежнюю жизнь, как этот окурок. Потому что здесь живется весело. Кто видел в Советском Союзе дом терпимости? Хоть один, самый захудалый. А здесь, куда не обернешься, сплошь да рядом. А вы, господин Райский, часто бываете в этих домах? Я? Да. Я тут просто не вылезаю. День и ночь. А знаете что, господин Райский? Убирайтесь туда, откуда пришли! В чем дело? Не нравится, не надо. А нам не мешает послушать. Он, может, дело говорит. Надо подумать, рассудить. Да что же? Да что же, товарищи, сдаемся, что ли? Никто пока не сдается. А подумать не мешает. Приходи почаще, Виктор. Посоветуемся. Вопрос жизненный. Чем черт не шутит? Может, и твоя правда. Зайду обязательно. Пока. Иду в Дансинг. Там ждет меня первый помощник Антон Семенович. Предатели вы! А ты слепой дурень. Правительство через нейтральных консулов старается за нас. Помполит предлагает, если будет знак, объявить голодовку. Только... И в этом окурке никаких сообщений. Он действительно верит нам? Может быть, он этим окурком хочет отвлечь нас от чего-нибудь другого? От чего же? Чего же, Виктор Андреевич, она хороша. Хочу быть верным одной. Ты верным? Скажи, пожалуйста, какой верный нашелся? Помалкивай. Не ссорьтесь, господа. Вам действительно не везет с госпожой Ритой. Она не хочет даже взглянуть на вас. И постоянно поворачивается к вам спиной. В том-то и несчастье. А вам с господином Грачевым не везет. Он бешеный какой-то. Да я день и ночь думаю, как заставить его слушать себя. Виктор в самом деле день и ночь думал, как же заставить Грачева понять себя. Это было очень важно. У Грачева хранилось коллективное заявление команды, которое надо было передать французскому консулу. А, была не была. Рискну еще раз своей челюстью. Едем к Грачеву, господа. Нужно заявление всей команды. Понял?
нужно заявление всей команды французскому консулу. Грачев! 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 Вы кто? Грачев! Русский! Сахаров! Сахаров! Николай Федорович! Сахаров! Николай Федорович! Не может быть! Мне сказали, что танкер ушел своим курсом, а меня отказались взять с собой. Из ненависти, как чужого. Все отказались. Бросили, как собак. 10 месяцев я здесь один. Один? Неправда. Мы все здесь 10 месяцев. Вся команда. И никто от вас не отказывался. Правда. Правда. Вот. Подписывайте. Требование вернуть всех на родину. Все подписали. Чем? Сельзяй! Идите наверх. Я видела. Можно уйти через чердак. Thank you.
Ты русский, Сулентунджи, матрос-танкер. Пижар-тюрьма? Он звал меня. Я понимаю русский. Судья на Тайвань. Знаю, русский танкер держат несправедливо. Мы слушали радио Шанхай, Пекин. Скажи, как мне пробраться к французскому консулу? Передать письмо. Понимаешь? Франция. Консул. Знаешь где? Сунли, рикша. Все знай. К консулу нельзя. Тебя хватай. Хочешь помочь моим товарищам? Скажи, Сунли сделает. Нет, не могу. Должен я сам. Хорошо. Проведем тебя к консулу. Спасибо, товарищ. Сейчас я вернусь. Впереди. Мы будем ждать. Дальше нам нельзя. Спасибо. Спасибо, товарищ. И тебе спасибо. Голубушка. Thank you.
разумеется, просьба самой команды танкера о защите ее интересов. А каким образом вы получили этот документ? Нам передала его девушка, китаянка. Кто она? К сожалению, нам это неизвестно. Можете вы дать нам этот документ для экспертизы? Я запрошу об этом мое правительство. А почему ваше правительство беспокоится о судьбе этих людей? Ведь они не французы. Советский Союз и общественное мнение всего мира – это такая сила, с которой не может не считаться ни одно правительство. В том числе и мое. Возможно, одна из этих девушек та, которая передавала заявление консулу. А кто ей передал? Грачев. Тогда зачем он сам пытался проникнуть к консулу? Кто же другой? Райский? Гао? Эту загадку надо решить во что бы то ни стало. И еще одно, дорогой комиссар. Из ваших людей, сидящих в одиночке, 23 объявили голодовку одновременно в один день. Сидят раздельно, голодают вместе. Кто ими руководит? Каким образом? Вы? Через кого? Через Райского? Не знаете. Вам только интересно. Мне интересно другое. Зачем вы меня делаете свидетелем ваших криминалистических упражнений? Я хочу воспитать из вас разведчика, прошедшего мою школу. Поэтому держу вас при себе. Вот оно что. А если ваши предположения не оправдаются, господин Фан? Тогда господин комиссар умрет. Все мы смертны. Но он умрет так, что Бродина наверняка считала его предателем. Во мне все похолодело от страха. Я понял, что с этой минуты Фан по-настоящему возьмется за меня. Уж поверьте, мы обставим все как следует. Он грозил мне смертью, и он всегда говорил мне правду. Только правду. Да, он сумеет сделать, чтобы я умер опозоренным перед Родиной, партией, товарищем. И никто не узнает настоящей правды. Но пусть так, все равно не сдаваться. Я сам старался угадать, кто из этих четырех девушек помог нам, и почему она это сделала. Он сам меня подстал! Фанхеоба! Он сам меня подстал! Он сам меня подстал! Фанхеоба! Фанхеоба! Он подстал! Так в жизнь Кости Берегового вошла маленькая Цзянли. Прошло несколько дней, но Цзянли по-прежнему не доверяла Косте. Зачем швырнули ее к нему в камеру? Что ей сказали о нем? Почему ужас охватывает девушку при одном его приближении? Так шло время. За Цзянли приходили иногда днем, иногда среди глубокой ночи уводили ее. Однажды Цзянли привели с допроса, избитую больше обычного. Thank you.
Когда Цзянли немножко окрепла, приступ лихорадки свалил Костю. Неделю не отходила Цзянли от его койки. Девушка, не уходи, сиди здесь. Понимаешь? Спасибо. Спасибо. Эх, жаль, не понимаешь ты по-русски. Я понимаю. Я учила русский. Только не выдавайте меня. Кто же ты? Откуда? Я студентка. Цзянли. Я училась в Шанхае в экономическом институте. И она рассказала Косте все о себе. Она отправилась на каникулы в Кантон, но пароход, на котором она плыла, захватили чанкайшисты. На Тайване она жила у родственников. Недавно ее арестовали. На допросах ее избивали, пытали, требовали сказать, от кого она получила какие-то документы для передачи французскому консулу. Я ничего не знаю. Верьте мне. Я ничего не знаю. Ничего. Я-то тебе верю. Только ты скажи, зачем они бросили тебя ко мне в камеру? Почему ты боялась меня сначала? Они сказали, что вы наброситесь на меня ночью. А потом вы задушите меня. Так вы же поступили двумя. Это я-то. Но теперь ты уже не веришь в это, Зиан. Так Костя Береговой впервые узнал любовь и ласку женщин. И ни голод, ни мерзость камеры, в которой они находились, не могли убить красоты того, что пришло к нему в жизнь. Несколько раз приходили Виктор и Ли Хан, а Десит и Цзянли не понравились друг другу. Виктор опасался, не провокатор ли девушка. Старался предупредить Костю. Нельзя верить этому Виктору. Он предатель. Не верьте его словам. Да, его словам нельзя верить. Ешь, Дзян. А вы? Я объявил голодовку. Зачем? Так надо. Зачем вам голодать? Наши тюремщики звери. Они этого не поймут. Не надо голодать. Надо. Все наши голодают. Откуда вы знаете? Знаю. Чувствую на расстоянии. Но если вы будете голодать, тогда и я буду голодать вместе с вами. Диан, слышь меня? Поешь. Тебе нельзя больше голодать. А вы? Я должен. Еще 3 дня. Зачем? Все наши будут голодать еще 3 дня. Вы нарочно говорите мне неправду. Откуда вы можете знать? Вы просто хотите, чтобы я начала есть. А вы сами... Я говорю правду. Тогда я буду голодать столько, сколько будете голодать вы. Дзян, я говорю правду. Все наши будут голодать еще 3 дня. Это я знаю, наверное. Смотри вот так. Thank you.
Здравия вас, Зола. Делается очень просто. Что ты сделал? Я не хочу твоей смерти, старик. Скажи, зачем ты это сделал? С русскими поступают несправедливо, господин полковник Фан. Какое тебе дело до русских? Ты тайванец. Я китаец. Тайвань только маленькая часть большой родины. Я хотел ей служить лучше, чем вы, господин полковник Фан. Ты будешь помилован. Обещаю. Скажи, кто твои сообщники. На Тайване много людей думают так, как я, господин полковник. Они, может быть, есть даже среди тех, кто сейчас будет стрелять в меня. Советское правительство продолжало упорную борьбу за наше освобождение. Чанкайшистские пираты были вынуждены дать возможность французскому консулу увидеться с капитаном нашего танкера и другими членами команды. Я приехал без переводчика. Как видите, я достаточно говорю по-русски. Во время войны я был летчиком в эскадрилье Нормандия-Неман. Это были тяжелые, но очень славные годы. Рад видеть вас, господин консул. Но раньше всего прошу, скажите, что с моей командой, с моими товарищами? Пока ничего не могу вам сказать. Прежде всего, я добился свидания с вами. Извините, сейчас вернусь. Что это все значит? Приказ высшего командования. Генерал Пу явился вместе с консулом и приказал сейчас же вести их к русскому капитану. Как видите, господин консул, капитану были созданы все условия. Комната вполне комфортабельная, немного душно, но сегодня погода такая. Этот домик из алюминия, на солнце накаляется, как жаровня. Он здесь 20 минут, а
а я 2 месяца. Господин генерал очень преклонного возраста человек. С ним часто бывают припадки. Сердце. Сердце? У меня тоже больное сердце. Здесь знали об этом. Ничего, ничего, мсье капитан. Я постараюсь, чтобы вас перевели в другое помещение. Господин консул, я прошу вас принять от меня один документ. Какой документ? Документ протеста. К сожалению, у меня нет таких полномочий. Тогда прошу принять этот протест устно. Еще раз. Я требую немедленного возвращения танкера, груза и освобождения всей команды. Всех людей до единого. У меня есть заявление советских моряков. Оно подтверждает желание встречи со мной. Вот оно. Но многие подписи неразборчивы. К сожалению, документ побывал под дождем. Но часть подписи можно разобрать. Этих людей я могу видеть? Если они пожелают. Вот, например, чья это подпись? Райской. Постараюсь устроить свидание с этим Райским. Рита! Риточка, ну огляни же, прошу тебя. Ну, капля жалости в тебе есть? Посмотри же на меня, посмотри. Эх ты. Какая гадина. Консул должен понять, что вы говорите от имени всех товарищей. Понятно. Когда встреча с консулом? Завтра. Виктор понимал, наступил момент, когда решалась судьба всех моряков танкера, решалась и его судьба. Чанкайшисты не простят ему измены. Для него лично, возможно, круг сомкнется. Хорошо, вы можете надеяться на меня. Я скажу консулу все, что надо. Вы будете довольны мной. Мы надеемся на вас, господин Райский. Помогите нам. А мы сделаем, чтобы госпожа Рита наконец посмотрела на вас. Завтра же. Не волнуйтесь, с ней будет говорить моя жена. Меня зовут Мария, Маша. Я родилась в Москве. Моя мама была русская, отец китаец. И замуж я вышла за китайца. А вот вас любит русский. Выйдите за него замуж. За кого это? Ну, за этого Виктора Райского. Как он вас любит. Только ради вас подписал отказ от России. Говорил об этом и плакал. Вот как? А как он при этом пальцы держал? Может быть, так? А что это значит? Это значит, что он лжет. Говорит одно, понимать надо другое. Это знает вся команда наша. Мы прекрасно изучили привычки этого господина. Вот. Странная привычка. Рита! Я пришел к тебе в последний раз. У меня тоже есть самолюбие. Ты меня больше не увидишь. Когда-нибудь ты пожалеешь, что не захотела даже обернуться, посмотреть на меня. Прощай. Нет, я обернусь. Обернусь, чтобы в глаза тебе сказать, что ты... Не говори! Смотри на меня, и ты поймешь. Сейчас я иду на свидание с французским консулом. И от того, что я скажу, зависит, получат ли наши товарищи и ты, Рита, самую настоящую подлинную свободу. И я скажу консулу, никто не хочет возвращаться в Советский Союз. Ни один из наших. И Рита Воронкова тоже не хочет. И я не хочу. Я скажу, зачем нам Родина? Что такое Родина? Кто думает о Родине? Мы там ничего не потеряли, нас туда решительно ничего не тянет. Не хотим Родины, и делайте свои выводы, господин консул. Вот что я ему скажу. Надеюсь, ты поняла, что я это делал все из любви к тебе и всем нашим. Все. Прощай. Ну, я тоже пойду, дорогая. Еще навещу вас. До свидания. Слушайте, не уходите. Почему вы вдруг так спешите? Почему? Не надо. Пустите.
видите, вовсю мы опаздываем. Прибавьте ходу. Мы должны быть немного раньше консула. Что-то жандармы разъездили сегодня, мусье консул. Да. На эту дачу, Жан, кажется, ведут две дороги. Одна берега моря, асфальт и прохладно. Другая километров на 20 короче, проселочная и пыльная. Поезжайте короткой, Жан, и прибавьте скорость. Пожалуй, во мне живет художник. Если бы я не был разведчиком, я, наверное, стал бы писателем или скульптором. Ведь я также познаю человеческие души и создаю их по своему желанию. Ну и что же, у вас часто бывают творческие удачи? Вот, Антон Семенович, мимо пронеслась моя творческая удача. В этой машине одно из моих творений, Виктор Райск. Он торопится на встречу с французским консулом. Он должен убедить консула, что все моряки танкера «Полтава» не желают вернуться в Советский Союз. Виктор встретится сейчас с консулом. То, на что мы так надеялись и что вместе с ним так ждали, то должно сейчас случиться. Я вам отдал бы 100-200 райских за одну творческую удачу с господином комиссаром Коваленко. Не тратьте кумы силы. Все пропало. Они узнали все. Теперь они сорвут встречу Виктора с консулом. Продолжайте по-русски, полковник Гао. Господин комиссар, по-моему, понимает все. И у меня от него нет секретов. Я не решился сам остановить машину консула без нас. Правильно сделали. Теперь поезжайте и задержите его. А господин Райский вместо консула поговорит со мной. Случилось, господин Фан? Вы руководили вашими людьми через Райского. Я не ошибся вас, вы стоите многого. Я ошибся в Райском. Он стоит дороже, чем я думал. Но это обойдется ему еще дороже. Судьба наших товарищей, судьба всей команды танкера. Все зависело от того, успеет ли Фан убрать Виктора до прибытия консула. Надо помешать. Надо помешать Фану. Надо, надо. Надо. Надо, надо.
я вспомнил, как странно улыбнулся Фан, когда я взял в руки его портфель. Я был убежден, что в портфеле находится что-то важное для меня и моих товарищей. Теперь мне было ясно, откуда Фану были иногда известны самые сокровенные движения души и мысли наших людей. Смерть Фана была бы катастрофой для всех нас. Живой. Райский уже у консула, но доберусь ли я туда без Фана? Не надо торопиться. Консул уже там. Ну, отдохните немножко, а я пойду. Куда? Мне-то еще не поздно, к консулу. Вы не пойдете к нему. Вы разрядили мой пистолет или делаете вид, что это так? Я начинаю путаться. Вы подписывали это заявление? Совершенно точно. Вот моя подпись. Ну так что? Значит, вы просите о возвращении на родину. Кто я? Вы знаете, что я вам скажу, месье консул? Нет, я не прошу. Я вам скажу от своего имени и от имени всех моих товарищей. Я их вижу каждый день и знаю, кто чем дышит. Должен добавить, они меня все слушают. Вот господа могут подтвердить. О да, господин Райский пользуется большим авторитетом у своих товарищей. Вы слышали, месье консул? Так вот, мы все не просим о возвращении на родину, в Советский Союз. Нет, просить это не то слово. Мы умоляем, мы требуем и умоляем. Здесь на заявлении одна подпись сделана кровью. Не знаю, как она попала туда, но я вам скажу, все остальные подписи тоже сделаны не чернилами. Нет, кровью. Помогите нам. От имени всех моих товарищей прошу, сделайте все возможное. Господина Райского никто не уполномачивал. Ни один русский моряк не подтвердит его слов. Я подтверждаю. Кажется, все обошлось благополучно. Все обошлось благополучно? Так ли? 11 человек наших товарищей, тех, чьи подписи на заявление оказались смытыми дождем, чанкайшисты отказались выпустить. Товарищи!
Федорович, Николай. Никитин Геннадий Андреевич. Харитоненко Иван Кузьмич. Воронкова Рита Семеновна. Гостеприимные хозяева пришли проводить дорогих гостей. Райский Виктор Андреевич. Доронин Александр Емельянович. Петренко Иван Васильевич. Тюлькин Семен Павлович. Коваленко Антон Семенович. Одну минутку, уважаемый господин Коваленко. У нас есть сведения, что вы, несмотря на запрещение, пытаетесь вывезти некоторые документы. Извините, но мы должны вас обыскать. Я протестую. Господа, я настоятельно прошу вас не оказывать сопротивления, не возражать. Господа, прошу вас. Вот он, последний удар Фана, последняя провокация. Он узнал, что я взял у него из портфеля протокол нашего собрания. Мэйо. Алло! Вот это отдай вон тому в машине. Нате. Для нас 13 месяцев плена на Тайване. Счастье омрачалось только тем, что 11 наших товарищей остались в чанкайшистских застенках, и среди них Грачев, дорогой друг. Сколько он сделал для всех нас, передав заявление консулу, но его собственная подпись на этом заявлении тоже оказалась смытой дождем. Но мы верили и верим, что наши товарищи будут все, как Грачев, несгибаемы и сильны, и что холодной войне не сломить их. Наступали незабываемые встречи в Пекине с нашими китайскими друзьями. Затем снова в полет, снова счастье видеть просторы нашей Родины. Наши родные, друзья, представители правительства, партийных организаций, трудящиеся столицы. Нас встречала